с тобой я не прибыл, друга я не забуду в Москве. Приходите к нам, к Диме, сюда, проспект Мира всегда 71. Приходили к нам тут бизнесмены и просили себе они очки. Я им все продала, этим дядям, так завидуйте, белки жучки. Эти дяди теперь на переговорах со своими красивыми лицами подпишут договоры, золотые в Картье очки, и забудь про ценовую политику, у тебя ведь теперь есть дисконт. А в переводе на русский язык это скидочка от Полякова. Сейчас тут сидит и мечтает и мерит мужские очки. Ой, как здорово, что мне все устраивает. Завидуйте, женщины и мужички. А у меня теперь есть дядя Дима, у него есть станок и резец. И теперь будет все очень клево, будет всем моим очкам образец. Он заточит нам линзу индивидуально. Это Дима Кудесник такой. Приходите на Мира 71. У нас Дима вот такой золотой. Пам-пам-пам. Только что услышали веселую добрую песню про мастера Диму, который занимается очками, который сделал мне шикарный подарок, образец, все сделал так из Ростова, а это были золотые очки Cartier. И у меня очень много разных очков, и я очень рада, что приходят барышни, музыканты, люди, которые разных профессий, и все они хотят быть оригиналами. Что нужно сделать, чтобы быть оригиналом? Нужно обладать не только безналичкой и не только налом, нужно обязательно обладать вкусом, и поэтому мне говорят: «Лена, приходи к нам и занимайся своими артистами». Да, приходят люди, говорят: «Поляков!»